присутствует на этой встрече. Осмелил ли футболист Русенборга это Иверсон? Сделал передачу. Неожиданный какой пас и гол. Ну, кто бы мог подумать. Вот это, конечно, удивительно. Харальд Брадбах забивает свой второй мяч в Лиге чемпионов. 0-1. Приблизительно 30 минут сыграли команды. Вот посмотрите, Брадбах здесь неожиданно получает мяч. Смотрите, там один рикошет, второй мяч сначала попадает, по-моему, в ногу Борези. И Амбразини. Баджо там, как его руками держит. Вот удар, и мяч в сетке. Уже в добавленное судьей время Кристоф Дюгари сравнивает счет. Ну вот за такие веселья можно и желтую карточку получить, между прочим. Итак, 1-1. Счет, который Милан устраивает. Итак, вот посмотрите. Вот с этой камеры. Мяч попадает в Баджо, но его тут очень сложно ударить. Вот он там. Один удар, второй. И вот Дюгари с близкого расстояния поражает ворота Йорна Ямтфала. 1-1. Вот перехват Брадбаха. Но не очень у него хорошая позиция сейчас. Видите, притормозил, подождал партнеров. И потрясающе! Ну посмотрите, что делается. Ну никто не ожидал. Ну никто даже подумать не мог, что вот так будет складываться эта встреча. Вегард Хегем 2-1. Росси тут, мне кажется, не совсем удачно сыграл.